Теперь расскажу немножко поподробнее. Это особенная коллекционная, как я уже сказала, фотокнига для хранения самых важных моментов в вашей жизни. Сохранить в ней вы можете абсолютно все. Я, например, сделала так, что в этой книге собрала все памятные моменты с прошлого 2019 года. Вернее, даже не совсем все, все у меня не уместились, а только до сентября включительно. Но это ничего, для того, чтобы понять размах периодики, которую я сделала. Ну, чтобы не быть голословной, я хочу немножко вам показать, как выглядят снимки. Все фотографии, представленные здесь, в моей книге, они сделаны мною на iPhone. То есть это не профессиональная съемка. Вы можете видеть качество изображения действительно выше всяческих похвал. Вот я сохранила наше путешествие в Барселону. Было очень классно. И, как вы видите, снимки очень большие на весь экран. Вот горизонтальные размещаются вот так. Можно делать их не горизонтальными, а, например, в квадрат вписывать. Это все по желанию. Много очень здесь всего поместилось у меня памятного. Вот даже все свои вкусняшки я тут запечатлела, цветочки. В общем, мне есть что вспомнить и чему полюбоваться.